Всем привет, друзья! Сегодня будем устанавливать боковые зеркала со складыванием и с приветственным светом снизу. Вот, сняли обычное зеркало на моем автомобиле с одним разъемом. И будем ставить складные зеркала светом и два разъема. Я подробно уже рассказал об этом, ссылку оставлю на это видео в описании. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить весь этот процесс. После этого мы будем также активировать свет. Сейчас ставим этот чехол вот здесь. Процесс я уже показал, оставлю ссылку под видео. И будем установить вот это зеркало на место. Чтобы установить автоматическое складывание зеркал, нужно также заменить вот этот блок. Сейчас снимаем вот эту панель. Не нужно снять обшивку дверей для того, чтобы заменить зеркало и для того, чтобы заменить вот этот блок. Вот. Отключаем вот этот разъем. Аккуратно, чтобы здесь ничего не повредить. У вас может быть и такой вариант, может быть и такой вариант. Снимайте вот маленькие звездочки, вот эти 4 болтика, и вот это вставляйте вот здесь. И вставляйте на место. Также ставим на место разъем. И защелкиваем блок на место. Все. Если у вас складные зеркала, но снизу у вас нет света, вы должны купить вот, вот это. Номер детали вот. А315-941-5L left, левая сторона. Вот, покупайте вот эту деталь. Снимается вот раз звездочка и вот вторая звездочка. Здесь зашелка и вот здесь зашелка. И вот эта пластмасса вот снизу снимается вот так. Также вам нужно купить вот это свет. Снизу внутрь вставляется вот такой патрон. Вот. Вот этот номер детали. Кстати, это даже китайский уже. Чина. Номер детали А315. 94-29L1. Левая сторона. И все, у вас уже будет зеркало
с приветственным светом. Вот я снял чехол. Это тот, который я купил. А это уже оригинал на моем автомобиле. Сейчас ставлю вот этот чехол на складные зеркала. Все, друзья, установили блок кнопок, установили зеркало, подключили, все закрыли. Мы уже закончили установку. Но вот сейчас, как видно, зеркало не будет работать. Вот. Потому что автомобиль не понимает, что у него есть эта функция. Сейчас мы должны кодировать эту функцию. Вот. Давайте приступим к кодировке. Значит, друзья, чтобы кодировать складные зеркала, давайте сначала я покажу вам через X-Center, в какой блок нужно кодировать. Но X-Center ничего не допускает кодировать. Нужно кодировать через VDMO, также через DAS невозможно. Вы должны все делать через VDMO. Сейчас покажу. Выбираем автомобиль. В нашем случае Mercedes 212. Заходим в блоки управления. Кузов. Блок ЗГВ. В этом блоке, друзья, активируется все, что возможно. То есть все, что вы дооснащали на автомобиль или что-то ставили, нужно кодировать именно в блоке вот ЦГВ. Все делается в этом блоке. Вот заходим в кодирование. Конфигурация, кодировка, отображение кодировочных данных. Вот в этом блоке, друзья, здесь показано, что у вас доступно, что недоступно. В нашем случае складные зеркала — это номер 500.
Номер 500. Вот. Код 500. Запомните этот код. Этот код везде такой же. И на 211-м старом, и на новых 212-м, 204-м X. В общем, на всех вы можете делать кодировку именно вот код 500. Складные наружные зеркала. Вот. У нас недоступно, но кодировать через X-центр или через DAS невозможно. И вот многие мне спрашивали, как узнать, какой CBF-файл нужен. Вот сейчас показываю. Например, мы не знаем, какой CBF-файл нужен для нашего автомобиля, для блока CGV, да? Даже если мы заходим вот здесь, версия, где здесь показано, здесь мы не можем узнать, какой нам нужен CBF-файл. Для этого переходим в этот раздел. Здесь нам нужен блок N93. Вот, центральный интерфейс ZGV. Нам нужен CGV-231 CBF-файл. Все. Если нажать далее, сразу переходите в блок CGV. Здесь нам уже больше ничего не нужно. Закрываем X-центры. Сделали сброс и давайте посмотрим. Нажимаем на кнопку. И все. У нас зеркала работают. Также у нас все работает без проблем. Вот свет поворотника. Также у нас работает лево-вправо и все у нас в порядке, но у нас не будет работать автоматическое складывание зеркал при закрывании дверей, потому что у нас нет этого меню. Я это покажу уже в следующем видео, как активировать меню и автоматическое складывание зеркал. Также у нас не будет работать свет. Это тоже нужно отдельно кодировать. Также это покажу в следующем видео. Подписывайтесь на канал, друзья, чтобы не пропустить все это дело. Дальше очень интересно, много видео. Я также хочу установить скоро электропривод на багажник. И также очень много интересного буду кодировать и делать. Поэтому подписывайтесь, чтобы все это не пропустить. Все ссылки, как я снимаю зеркало и так далее, все ссылки в описании под видео. Всем спасибо и удачи на дорогах.